Служебное вымогательство. Нижегородский предприниматель предоставил нам видео, на котором, по словам пострадавшего, высокопоставленный сотрудник полиции вымогает у него взятку. Ну как ты говорить сможешь? Ну, я не знаю, что. Ну а ну сколько? Он сказал, в принципе. Делегам-то, ну сколько? Мы нашли единственную фотографию вот на сайте ГУВД. Вот посмотрите, пожалуйста, это вот он, тот человек. Да, конечно. Кто этот высокопоставленный полицейский? Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.